одном фильме я уже тебе снял, ты там сливы собирал, ты не помнишь? А собирал на полном серьезе. Вот. Ну, кто из наших друзей любознательный, тот тебя уже видел. А теперь скажи, вот это вот компьютер, да? И вы, дети, это я тебя отвлек, извини, целыми днями смотрите вот это вот. На площадке, где я гулял с вами, не было ни одного ребенка. Ни одного ребенка на детской площадке. Это не в рабочие дни, где дети по садикам и по школам. Как это понимать? Ты можешь объяснить? Нет, да? Дело в том, что не можешь, это понятно. Но почему это взрослые не хотят понять и объяснить, я не знаю. В общем так, ты еще смотришь этот мультик, но через неделю мы переезжаем, вожу всех на дачу. Будет ты там сидеть и вольно-невольно, но заниматься тем, чем мы в детстве занимались. Играть на улице.